Ребят, всем привет. Приехали мы на участок, но уже успели поработать немножко. У нас сегодня был трактор. Вот. Нам привезли срез асфальтовый. Смотрите, мы сделали какую площадочку под машину, чтобы заезжать и не грязно было. Получается, вывезли трактором все блоки. Разровляли немножко мусор, чтобы он вот так вот горами у нас не складировался. Получается, сложили такое, как отбойничек, типа, сложил. Привез еще просрочку вот с Пятерочки. Тут молочко, куриные штучки всякие, хлеб. Потом, получается, что, вот они наши хвостатые. А, трактор вообще приезжал изначально делать, бурил дырки под ворота. У нас сегодня работают ребята, которые делают забор. Вот. То есть, скажи привет, Марья Ивановна. Привет. Тайлян, скажи привет. Привет. Это на вот пить. Это в чай, ой, в чай, в этот, в кашу кинь. Но это там масло куриное, это Толян. А вот еще, это уже тоже Марья Ивановна привезла, смотрите, фаршик, куриные пупочки. То есть сегодня опять праздник живота будет у собакинов. Барханова наш запел. А что, Бархан будет кексик? Наверное. Бархан, ты будешь кекс? Ты сам как кекс. Оп, сладенькое тоже иногда надо. Не хочет он кекс. Вот наши друзья с Никобанка привезли еще вчера шлакоблоки. То есть сказали, что на днях, ну, на днях, сегодня у нас четверг, 17 сентября. Получается, они сказали, что сейчас в ближайшее время будет здесь копаться под фундамент, заливаться под фундамент будет заливаться под кухню, получается, внутри будет печь. Вот привезли ПГС, привезли шлакоблоки. То есть, ну, печка, я думаю, она будет из огнеупорного кирпича. Я не думаю, потому что блоки они не потянут печь, тем более все время. Так, вот пока у нас вот такие новшества. Вот. Место уже Донгуза облюбованное. Пересадили. Смотрите, какая подружка сидит. Маша, а это кто, Маша? Сейчас Маша расскажет, что за новая самка кормящая. Ну, Маша зарекалась всегда никому не брать, но бывают случаи, когда нельзя пройти мимо. Позвонили женщины-пенсионерки, собака билась в конвульсиях, то есть ее пытались отравить. Собака кормящая со щенками. А щенки где? Сейчас покажу. Девочка похожа на лабрадора. Ну, это такой мини-лабрадор. Ой, ёп! О, они еще слепые, почти слепые. Да уйди. О, какая белая прелесть. Мальчик. У нас три мальчика и девочка. Ну, четыре, мы откачали, свозили в клинику, но оставить ее на прежнем месте означало, что люди, которые первый раз лоханулись и не дозировали яд, то второй раз это будет наверняка. Поэтому как бы было принято решение забрать. А забирали вы ее... Забирали. Но как мне Маша объясняла, я не видел эту собаку. Я был на работе, я не мог там присутствовать и снимать вот это спасение. А камеры, они сами знаете, не могут управиться. Мы даже на телефон не могли, потому что Карина была со щенками, я откачивала собаку, и был дождь в это время, было холодно. Там уже было не до съемок, там нужно было забирать сына. Ну нет, я просто в плане того, что у нас... Сейчас я не поснимаю и подержу. Просто получается так, вот у нас есть ролики, это прям самое начало канала, он буквально какой там 3-4, получается, было вот спасение щенков от злобной бабули. И получается, это в Степном, это, грубо говоря, там та же улица, те же дворы. То есть вот люди, например, вот там в Степном...
Но они крупные, им 2 недели. Ну они крупные будут вообще. Только глазки открыли. Ну да, тот беленький еле открыл. Ну, вернее, не еле, а только открыл. Вот, ребят, еще плюс 5 собак. То есть эту надо стерилить. Вас, смотрите ко мне. Чего моя девочка? Чей ребенок? Сейчас вообще, в принципе, стерилить и кастрировать надо уже многих, потому что вот эти подростки, которые сидят, ну, уже получается во втором вольере, у них уже, что у них там? Ну, у подростков, то, что стерилить, кастрировать. Половое созревание наступило, надо... Да, наступило половое созревание, и чтобы они не плодились здесь, надо в срочном порядке стерилить и кастрировать. А сколько их там? Ну, штук 20. Ну, там же было 8 из лесополосы, потом в мешке 10 штук. Ну, вон, 20 собакинов надо. Это сейчас в срочном порядке. Ну и считать вот эту тоже. Ее тоже по-любому стерилить надо. Ну и плюс у нас не все кобели кастрированы, потому что кит сидит до сих пор на цепи. То есть, ну, с колокольчиками. Мы его не кастрировали. Никос у нас, по-моему, без бубенчиков. Федор Анатольевич. Лиз деревенский. То есть вот сейчас денег надо, ай-яй-яй, сколько много. Да, ну как бы нам... Ксюха у нас тоже с яйцами. Да, и этот еще с яйцами. Тут получается, как бы нам Никобанк-то помогает по стройке, а уже кастрация и стерилизация — это все своими силами. Еще и солому надо закупать, потому что я надеялась, что холода уйдут, станет тепло. Но у нас холода уже не уйдут, ребята. Да, вы сами... Видите, как холодно у нас. Сейчас и будки нужны в срочном порядке. Я не знаю, хватит ли нам досок с поддонов на это все. То есть и доски закупать, и сено, солому закупать. Это как бы космос. Да, то есть тут вроде помощники есть, но ну, помощники-то, да, у нас постройки, то есть вот это все, но тут... Если бы у нас еще не кабанка не помогал, я не знаю, что мы делали. Да ничего бы не делали. Даже просто... вздернуться негде, блин. Ага. Хоть распускай и все. Вот, то есть вот такие вот у нас опять очередные проблемы с соломой, то есть у нас там вообще немножко. Ну сколько у нас сегодня? У нас 8 градусов. Я вот ехал на работу. С утра было 8 градусов. Сейчас время 11 доходит утра. И ну, уже, наверное, градусов 10. То есть вот так вот. Девчонки едва сводят концы с концами. Ну так вот сейчас дальше посмотрим, что как. У нас сломался генератор. Гена наш, который младший. Оторвалась веревка, но я думаю, это не критично. Оторвалась веревка, у нас была в запасе. Вот, поставили, но что-то у нас собрать его не получается. Ну вот, ребят, починили мы генератор столиком. Все-таки разобрались, сделали. Заводится. Все хорошо. Толян вон наварил первую партию, пока нас не было. То есть он встает. Ну ладно, тихо. Вот. Перекладывает остужаться. Сейчас варка дальше продолжится. Вон, Маша упустила собачку из вольера. Сейчас она ее поймает. Айда сюда. Мася. Мася. Мася! Ну, вот так вот, не без этого. Он все ходит за ней, ловит, собирает. Вот, поймался. Ты дурак, что ли, Крэкс? Тебя сейчас Рекс бы чуть сожрал бы. Поймали беглянку. Ну, вот так вот день проходит. Доминика. Это собачка, которая бабушка отдала в прошлом ролике, была, вот начинает вставать, да, которая огрызалась, Маша, которая спасала, вот старую выкинули в деревню, уже она стоит, то есть это опять же не спинальник, у нее все получилось. Ты что дрожишь, трясешься? Собака забитая.
возможно, тоже по шее получала, поэтому боится. Но я к ней как бы тоже не подхожу, потому что она Машу клацнула недавно. Я таким стараюсь проходить их мимо. Вот. Да, Ричка. Ричка. Ой, Ричка. Ой, да ты такой большой, такой. Ты теперь самый большой здесь, да? Донгус уехал, а ты самый большой. Ой, Ричка. Касатик. Ой, касатик. Так, Рекса надо назад. Рекса отсаживали, вот, где каша, потому что забирали блоки оттуда, чтобы он не мешался. Ну и не дай бог его трактор не раздавил, потому что он кидается на все подряд. Вот такие пироги. Забор у нас идет, продолжается делать, укрепляться. То есть еще добавляют, еще укреплений добавляют, еще... Должны добавить этих саморезиков на ворота. Как бы пока я закрою это. Вот, теперь еще дело. Но я тут начал немножко площадочку, опять же, вернемся к ней, укатывать. Вот, надо еще до конца еще поездить немножко, раз 10 взад-вперед. И будет хорошо. Сухо, чисто. Вот уже здесь высохло. Ложили когда несколько дней назад. Прям камешки. Потому что у нас сейчас 2 дня без дождей. А дальше пойдут опять там что-то 3 дня дожди. То есть все выходные там дождик рисует. Этот погода вообще не айсовая. Вот. Марья Ивановна уже работает в поте лица. Собирает каканью. Убирается в вольерах. Сейчас. Че, уже устала? Да я не устала, я тупанула. А, что, она к Рексу подошла? Да она прям к Рексу, он уже зашкирятник ее. Ведро печенек. Маш к ним со вкусняшками заходит, чтобы они ей не мешали. Пошли. Немножко сладкого все равно собакам нужно. О, на никакие. Давайте печенье. Как с голодного края. Тоня, ну ты чего? Это кто так себя от родителей ведет? Кто так себя ведет? Жадина. Грубо говоря, как с масоликом. Ну, вон ты другим немножко оставь. Или там еще есть? А, ну чтобы не дрались, да, с ними приходится сидеть. А, следующий вольер. Чё ты, пёс Алекс? А, ну-ка давай вставай, вставай. Мука. Ваука. Вот, прыгает. Вот. Гляньте, как он высоко прыгает. Он, считай, допрыгивает уже до отсюда. Вот. Так можно и вольер перепрыгнуть. Да, следующие. Да ты какой жгучий рыжий. Чупакабра. Ой, красавица чупакабра. А вот они сидят подростки. Вот у них уже половое созревание. Вот про них мы до этого рассказывали, что у них в срочном порядке, у девчонок в соцсетях, кто, ну, знаком с соцсетями, ВКонтакте, в Инстаграме, у них, то есть, уже посты идут, а сбор кукол.
посты идут о сборах на стерилизацию, на кастрацию, потому что тут их 20, и, грубо говоря, тут могут принести 40 щенков. Побрали тут, пока им будки будут, пока у них нету, им положили лежаночки, но они тоже молодые. И получается, то есть будки положили, ой, лежанки положили, они их порвали. Вот у нас злая собака, которая отдельно, кто-то просил из подписчиков, но я отвечал в комментариях, то есть... Вот она, самая злая, которая была на отшибе. С ней все в порядке, они с Толиком приехали. В прошлых видео она там есть, да, как они выходили. Вот она опять выбежала. Ой, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ребят, сейчас поймаем и продолжим. Ну все, ребят, поймали беглянку, опять же. Вот вы видите, кто-то задавал вопрос, что этот, что как хорошо, когда закроется забор, что собаки, которые сидят на цепях, они, ну, якобы будут бегать по территории. По территории, ребят, никто бегать не будут. С ними, то есть, выходят, гуляют за территорией. И люди приезжают, и мы приезжаем, гуляем. Мы как-нибудь вам покажем. Это все на видео, то есть как происходят прогулки. Но вот так по территории никто не будет бегать, потому что вот такой лай поднимается и вот такой крик. То есть так дело, ну, это не дело, дело так не пойдет. Ну, вот она маска. Смотрите, маска пока на меня не заметила, вот она стоит. А вон и Кэнди сидит. Нет, это не Кэнди, это Надя. Кэнди, значит, в той будке дальше, то есть в той же большой, только дальше. Маска, маска, маска. А, маска, маска. Маска, да вот, не страшно, маска. Наверное, хочется, но ей все равно немножко боится. Вон, к Вике, к Вике. Вика, не ругайся. Маска. Ну все, Вика обидела маску. Вика, плохая собачка, Вика. На-на-на-на-на. Ой, Вика. Маска, на, маска. Маска, на. Маска. Вот, видите, подошла, понюхала. Маска, на, маска. Ей черный не дает. Маска. 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 Маска, маска. Маска, на. Ну, ты такая красивая, прям красивая такая. С грустными глазками, но красивая. То она следующая. Пуша. Пушка. Да. Пушка. Бим. Бим, Джейм. Колбаска белая. Да, да, и вы. Кудряш. Кудряш. Ну ладно, тихо, кудряш. Ой, уборки, ребят, уборки прям вообще, ну, на два дня минимум. И еще они за... А, нет, вот ты, кудряш. Ты же кудряш. Да. Да-да-да. Да-да. Рыжий. Ты такой рыжий. Сколько рыжих что-то прям. По-моему, такой рыжий вот раньше не было. А вон Егорка. Егорка. Ой, Егорка. Ой, Егорджан. Ой, Егорка, Егорка. Ой, Егорка. У тебя все хорошо? Все хорошо, болячка твоя зажила. Зажила, говорит, болячка. Уже шерстью покрывается.
то есть вот так вот. И еще вот почему нужна еще кастрация, мало того, щенки, это раз. А во-вторых, то есть они начинают вот за самочку уже драться, рассаживать. Но мы не успеваем сейчас делать еще, то есть сажать отдельно кобелей, отдельно сук. Ну их просто некуда пока. Вот у нас как бы в приоритете сейчас получается... Вот от этого, ну, получается, как от этой стороны ворот сюда сделать еще 3 вольера, потому что дальше пойдет карантин. То есть в эти выходные, на эти выходные планы хотя бы 1, а то и лучше 2, как минимум, поставить, ну, еще вольеры. Потому что материал тоже надо... Ну, да, драться не будем. Не буду я с тобой драться, да. Да, я тебя лучше отцеплю. Кит! А, ты просто пристегнул. Да тихо, тихо, не грызи мне куртку. Облизал мне всю подмышку. Вон тебе конфетки несу, печеньки несу. И вон шею себе всю натер. Ты что, у меня дурачок-то такой, на? Он обнимашки хочет. Ну вот он у нас уголок. А, еще щеночков и спинальников сейчас такой. Ну опять же, круговой обзор сделаю я как раз для вас. А то давно я вам всех не показывал. Вот они, получается. Доминика. Ой, Доминика. Да я иду. Тихо, тихо, давай без лап. Давай только без лап, да? Только без лап, вот глазки тебе почищу. Ай, без лап. Но ты слишком активный. Про этого нет, а я его и не знаю. А, это девочка. Что за девочка, откуда? Это бывшая хозяйская собака. Ей больше 6 лет. Она там старая и ненужная. Ее принесли усыплять. И? Ну, как бы, собака достойна, чтобы жить. Как ее зовут? Рада. Рада. Да? Собака Рада. Ну, она, наверное, тоскует по своим хозяевам. Она такая, ну, у нее все равно какой-то шок, потому что, как можете видеть, у нее полная чашка каши уже от ветра землей припорошила. И маслы, то есть... Она просто не ест, что ли, получается? То есть, ну вот опять... А, ну печеньку съела. Вот. Ну, получается, у собаки как? Тоска, получается, да? Ну, естественно, Сережка. Вот смотри, руку выше зажимается немного. Вот он, еще один подранок. Да, да, да. Подавился. Вот. У нас что у нас остается? Давайте сейчас пройдем к злобному скайчику. Скайлайнчику. Вот он, черный пес с белой лапкой. Да, черный. Ой, весь в опилках лежит. Ой, глаза тоже чумазые, грязные. Ой, ты такой хороший черный. Вот он злый. Вот он. Плюшка, Милюшка. Ну ладно, хватит. А вот они мелкие. Мелкие. Ой, сейчас. Открывать. Че такие? Кто такой маленький? Кто такой маленький? Так, нельзя. Нельзя выходить, нельзя. Вот они малыши, растут. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, их закрываем. Фу, новая кашка. Чё? Раздуваться сразу. Фу, ага. Кидай дров, Толян, сейчас бумажки прогорят. Все, облизали камеру. Чё ты говорила? Ну, он трубы понёс, она щеманулась за будку. А, напугалась. Ну,
забитое. Ну, значит, уже под конец обижали, а потом, когда надоело обижать, значит, выкинули. Вот. Ну ладно, ребят, садится батарейка. Вот такой у нас короткий ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.